Здравствуйте, уважаемые любители экзотических растений, я Маренков Сергей. И мы сегодня продолжим разговор о цитрусах, о сортах цитрусовых растений. Вот посмотрите передо мной, как видно, да, это какие растения похожие очень на апельсин, оранжевого цвета, круглые. Вот, но это не совсем апельсин, это гибрид лимона и апельсина. Этот сорт считается одним из самых декоративных сортов цитрусов. У него очень длинное научное название, вот, но по-простому это гибрид красномясового апельсина и лимона Мейер. В Италии его также называют аркабал, что сокращенное, это название сокращенное от итальянского слова аркабалена, что в переводе на русский язык радуга. Мы поэтому так его и называем — радуга. Вот. А почему такое название? Плоды у него при полном созревании. Вот здесь еще слабо видно, потому что это плоды, так скажем, зимнего цветения. Вот эти вот летние, это как эти вот весеннего цветения, видите, они еще зелененькие. Вот эти уже более оранжевые, здесь висят еще зеленые, это плоды. Вот и, в общем, сорт проявляет признаки ремонтантности, поэтому как бы на нем плоды разные, так сказать, степени созревания висят. А почему называется сорт радуга? Потому что у него при полном созревании, я вам сейчас покажу, плоды очень красиво окрашиваются. Так, вот посмотрите. Вот посмотрите, видите на камеру, какие они красивые. Они как арбузы. Полосочку. Смотрите, вот такими растут пачками, скажем так. Очень красиво, очень декоративно. Плюс вкусовые качества у него хорошие, где-то на 4 с плюсом. Кисло-сладкие плоды, апельсино-лимонового вкуса. Очень ароматные, кстати, вот от самой шкурки аромат исходит, очень приятный. Вот, посмотрите еще раз. Очень красивые плоды у него, висят как игрушки елочные на дереве. Дерево само достаточно хорошо растет, непритязательное, это при подкормке соответствующей. Ну, скажем так, этому сорту от апельсина достался достаточно бурный рост, так что приходится его ограничивать, обрезать. Вот. От Мейера ему досталось достаточно обильное плодоношение. Вот поэтому как бы сорт очень хороший. Можно пробовать его выращивать в комнатных условиях. Вот. Ну, а если есть еще и оранжерея или утепленный балкон, это вообще прекрасно. Вот посмотрите, какой красивый сорт. Листья у него крупные достаточно. Это особенно если вот брать теневые листья, они, посмотрите, какого размера. Вот. Похоже, что-то среднее между апельсиновыми и лимонами. Крылатки почти нет у него. Это черешок без крыльев. Вот, темно-зеленого цвета. Очень красивые листья, такие блестящие. В общем, если растение здоровое, очень красивое и дерево, и плоды, и обильное цветение. Посмотрите еще раз. Очень красивое. Вот, так что если у кого возможность такие сорта приобрести, то это в домашних условиях он будет очень смотреться прекрасно. Вы даже сможете удивить своих родственников и знакомых, и гостей.